давай, и жми на красную кнопку. Вот, смотрите. Да, это он, это тот камень. Это камень силы, точнее один из них. Существует пророчество: когда трое соединятся в одно и станут на защиту добра, тогда камни подарят свою силу достойным. Вас трое и камней трое, каждому по камню. Но этими силами вы сможете пользоваться только тогда, когда найдете все три камня. Ну, с этим все понятно. А руки у меня почему выросли? Ну, Чук сказал, что это какой-то побочный эффект. Побочный эффект? Значит, вам суперсилы, а бедному клубочку так побочный эффект, да? А ты случайно не знаешь, где спрятаны остальные камни? Не, мы только продолжение пророчества знаем. Ага, когда трое смогут победить свой страх. И не побояться пойти на самое дно, тогда камень отдаст свою силу. Точно, и как я сразу не догадалась? Я знаю, где нужно искать камень. Да, Мэрика. Маша, бери Пеппу и встречайся в штате супергероев. Кажется, я знаю, где спрятан второй камень силы. Я Супер Мэрика. Рассказывай, где нужно искать второй камень? В общем, слушайте, приснился мне сон. Это был какой-то лес. Только лес был очень необычный. Там везде летали феечки. А потом я оказалась на полянке. И вдруг на этой поляне появилось красивое-прекрасивое озеро. А на дне этого озера, в подводной пещере, был спрятан наш волшебный камень. Так, может, это просто сон был, не больше? Нет, все было очень реально. Значит, будем искать это озеро. Знать бы еще, что это за лес такой необычный. Это сказочный лес. Ага, только там феи живут. И именно в сказочном лесу есть волшебное озеро. Только это озеро заколдованное. Феи его специально заколдовали так, чтобы оно стало невидимым. И как же нам найти это невидимое озеро? Значит, нужно просить помощи у фей, раз только они знают, где оно спрятано. А феи живут в сказочном лесу. Значит, надо идти в лес. Вы знаете, где он? Мы нет, а вот клубок наверняка знает. Ага, пусть вас клубок отведет. Клубок опять будет всю дорогу ныть, как ему его руки мешают. А вот и не буду. Мы с ними уже подружились. Удобная штука, эти руки, должен вам сказать. Никогда бы не подумал. Ой, клубочек, а что это у тебя? Шишка, что ли? Ага, это я Горыныча летать учил. А то он пока в подземелье сидел да камень охранял, совсем забыл, как летать надо. А это, так сказать, первое боевое крещение. Первая шишка. Ясно. Ну так что, отведешь нас в сказочный лес? Нам надо озеро заколдованное найти. Озеро? Как же вы его найдете? Оно ж невидимое. Только хранительница сказочного леса. Самая главная фея Мелисса знает, где его искать. Только вот помогать она вам не станет. Не-а. Такой вредной феи, как Мелисса, я еще в жизни не видел. Она если какой-нибудь пакости кому-то не сделает, у нее день считай, что даром прошел. Угу. Поверьте мне, уж я-то знаю. Я у них там когда-то целый месяц жил. Вот со всеми феечками подружился. А с ней так и не смог. Постоянно надо мной издевалась. А еще знаете, как она меня называла? Знаете, ну? Ага, Колобок. Представляете, назвать меня Колобком. Ну, вредная она или не вредная, а идти придется. Камень-то искать надо, так что давай, веди Клубок. А давайте мы на Горыныча полетим, а? Нет. Да вы чего? Да он нормально летает, я ж его сам учил. Ты это, еще его немножко поучи? Ага, годик или лучше два, а потом и полетаем, может быть.
Да перестаньте, вы девочки, он же хорошо летает. У него из 3 полетов только 1 падение. Ну, максимум 2. Да и падает он не больно. И вообще, он нам может в пути пригодиться. Он сильный, и умный, наверное. У него уже целых 3 головы. Знаешь, клубок, как-нибудь обойдемся. Запрыгивай. Эх. Все, прилетели. Здесь эта вредина и живет. Мелисса, Мелисса, выходи. О, клубок вернулся. Клубок я, ясно? Клубок. Волшебный, между прочим. Да без разницы. А это у тебя что, руки? Умереть не встать. Клубок с руками. Все, сами с ней разговаривайте. Здравствуй, Мелисса. Мы сказочный патруль, и нам нужна твоя помощь. Патруль? Сказочный? Первый раз слышу. Ну и чем же я могу вам помочь? Отведи нас к сказочному озеру. Мы камень волшебный ищем. Ну вы даете, с чего это вдруг я вам буду озеро наше секретное показывать? И откуда вы вообще о камне знаете? Это колобок проговорился, да? Ничего я не проговорился. Избранные они. И первый камень уже нашли, а теперь вот второй ищут. Да? Надо же, избранные. А так сразу и не скажешь, вроде как обычные девочки. Ладно, пошли, так и быть, отведу. Точно! Эта полянка мне и снилась. Только здесь должно быть еще озеро. Сейчас все будет. Невидимус, видимус. Ух ты, прикольно. Вот и озеро. Ну, вперед. Там на дне свой камень и ищите. На дне? А я плаваю так себе, не очень. И я. А я вообще не плаваю. Ну это вообще. Колобок, ты уверен, что они избраны? Да уверен, уверен. Ладно, помогу вам. И что бы вы без меня делали? Аквамагикус! Эй! Ты куда их дела? Верни! Да нормально все с ними, нормально! Скоро вернутся! Теперь осталось третий камень найти. Ой, кстати, а где клубок? В кустах. Почему в кустах? Да я сама не поняла, странный он у вас какой-то этот колобок. Закричал «побочный эффект» и запрыгнул в кусты. Побочный эффект? Что опять? Клубок, клубочек, выходи. Не выйду. Ну ты же не будешь там вечно сидеть, выходи. Ага, а вы смеяться будете. Не будем, обещаем. Вы, может, и не будете, а эта феечка точно будет. Ой, ладно, обещаю, что не буду смеяться. Ой, я не могу. У него теперь ноги есть. Ой, какая умора, умереть не встать. Вот почему? Почему? Сначала руки, теперь ноги. Ну как это почему? Камень ведь он что делает? Дает то, чего не хватает, правильно? Ну, правильно. Вот у тебя не было рук, и камень тебе их дал, да? Да. У тебя не было ног, и камень тебе ноги дал, да? Ну, да. Одного не пойму, почему тебе камень ума не дал?
Ага. Что? Есть у меня ум. Есть. Ну все, хватит. Да перестаньте вы ссориться. И вообще, темнеет уже. Пора домой возвращаться. Ага.